Произошло это примерно 2-3 месяца назад. Вот на этом перекрестке водитель автомобиля врезался в сугроб. Когда на место прибыли сотрудники ДПС, они обнаружили двух молодых людей без сознания. Позже выяснилось, что они находились в наркотическом опьянении. Скорая, вневедомственная охрана, к работе подключились разные службы. При осмотре машины в салоне автомобиля полицейские обнаружили сверток. Позже эксперты определили, в нем находится спайс. Принадлежал он пассажиру автомобиля. На него возбудили уголовное дело. 22 февраля 2017 года на территории города Нижнекамска незаконно приобрел для личного потребления вещества, содержащие в своем составе наркотические средства массой 2,89 грамма, что является крупным размером. Как стало известно, до этого молодой человек уголовной ответственности не привлекался. Это, возможно, и стало смягчающим обстоятельством. Суд учел все положительные характеристики и состояние здоровья родителей подсудимого. Поэтому молодой человек отделался лишь условным сроком в 3 года. Регина Сулейманова, Евгений Лазаев, Новости НТР.